Сейчас поснимем чуть кадры. Пожалуйста. Мы надали на битах, нагадали бурю кайфа, майкам лайки нах, не пахнет кайфа, майка. Всех приветствую, дорогие друзья. Вы на канале Березовский. По названию ролика вы уже поняли, что сегодня мы отгоняем 9-9 на полировку. Я договорился с другом. Он шарит в этой теме, как полировать машину. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме, ты, бля. Не, ну пусть... Поэтому сейчас подснимем чуть кадры, покажу вам, как она выглядит до полировки и, соответственно, после полировки. Пацаны, машина красилась 8 месяцев назад примерно. Руки никак не доходили ее полировать. Сейчас, короче, переодеваемся, заезжаем на мойку, покупаем весь материал для полировки и едем уже до пацана. Оставайтесь на канале, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем приятного просмотра. Вроде нас созвонили довольно сдавлен. Нас оставили все и форматную память. Как только увидел ее, краем глаз, бег в кармане, нет, я не вор. Осталось лишь парочка сик, полбатл, вискаря и всего две детали. И грех будет не слиться воедино в спальне. Меня пронесет мимо вельвета, позже сообщу, что я со вчера попал. Сколько лет движусь, ближе всех, даже в минусе. Вот такой понт, охуеть. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Мы надали на битах, нагадали бурю хайпа, майкам лайки, нах, не пахнет кайфа, майка. Сломанного говора накидайка, без хип-хапа, как байкер, без майка. Я пули будто бог, накапал на биток, все враги им пожимают майку. Ждем, короче, Кирюхи сейчас, он должен подъехать. А ну, пару ласковых, скажи, да? Здравствуйте. День добрый, товарищ. А вот, пожалуйста. Добрый. Такие вот добрые бывают. Пусть подписываются на канал, правильно, ставят лайки. И пишут самые топовые комментарии. Так ошлит, каждый хейтер это лайн, мой юбрик так не паник. Догоняли стримяги, катили почки. Я на найках, дрочером кал в почту. Мы раскурим новый день, моя брань, моя сила. Кирюша, я тебя ждал, братишка. Посмотрите, что за ляля она. И вахуй ради. Че она у него? Не лает пора. Че тебе долго как? Что мы делаем? Короче, у меня закипело, понял, тачка? Да, у меня опять патрубок это лопнул в печке. Поэтому мы за материалом едем на твоей машине. Ну или на ради. Я на хат. Ты куда? На хат ты куда не говоришь. Я пока приехал, я газ. Опа. Короче, пацаны, сейчас поедем за материалом, все возьмем, все купим для полировки с Кирюхой и будем уже полировать. Такие круги, короче, надо там что-то 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Сколько тысячи тебе надо? 2. Понял. I got my way.
Вот это да, что еще? Импасту надо. Не забывать, подбирать какая там трехсотка. Ну, первый, второй. Да, а крема нету? Нет. Который образимый. Ну, и вот чуть-чуть. Загрузил кинг-конг, со вкусом зацени мой вкус, бля. Говори мне только трудно выбираться из грязи. Мафона, туси, слышь, всех тут хрустит. Добрыми дриблингами мы обмотали хруст. Добрыми дриблингами мы обмотали хруст. Ты в ютубе, брат. Вы работаете, мы тоже кайфуем, это ты работаешь. Давай приезжай, помогать будешь. Да пиздец, давайте сейчас подъеду. Тебе что, чебурек взять? Чебурек? Да. Ладно, связь. Уезжаю со двора, музыку наболтал. Улыбки на лице, в пляже детвора. Тоже, тоже едет, а ты угадал. В браке на ручку, ночь у нас всю. Звук отражается от забора, валит отовсюду. Тоже, тоже едет, а ты угадал. Сама я... Вась, что ты творишь? Повезло, ебать. Она просто делает, правда? Ебать. Круг. Эти шигрин сбивать. Скотч, малярный, паста. Кирюха говорит, у него тут круги есть. Вот этот синий, тот. Короче, замутим, да? Сделаем скайп. So lovely when it's sunny. Не, в натуре класс, но... Заебись. Четко. Умеете. Набор нау! Что мы сейчас делаем? Полировки замываем. Полируем. Замываем, сбиваем шигрень, да? Шигреньку подсобьем. Вот она, ее прям видно. Сними вот так вот, ну, на фонарик. У меня так же было. Сержка. Так же было, но все. Сейчас сделаем. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Мы гадали на битах.
нагадали бурю хайпа. Майкам лайки нах не пахнет кайфом. Майка ломаного говора накидайка. Без хип-хапа как байкер, без байка. Я пули будто блок накапал на биток. Все враги пожимают мою пиццу за его. Это трэп, рэкинг блок на стиле сам усёк. Пацаны ждут поляны, но ты опять не смог. Перебор, масок, фальши, мандраж. Пережёвывай непоколебимый эпатаж. Marijuana, Mob Deep, текстура выпит. А нас, нам, 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 молит. Звон от пустот, это лютый понтыкал. Времени мало, меняли мало, намного пива. Это разливки, трэп и так ослит. Каждый хейтер это лайн, мой юбрик так не паник. Догоняли стримяги, катили бочки. Я на найках, дрочером кал в почту. Мы раскурим новый день, моя брань, моя сила. Меня не убила, убила Билла. Now this looks like a job for me. So everybody just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me. So everybody just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty. Пацанам делать нехуй, ебать. Поехали бы к тёлкам. Лучше бы, блядь. За убором доктор потерял свой орган. Этот стиль я дарю, но ты понял тонко. Шомля на виду, руки тянули, пока грели батарей. Да. Короче, с одной стороной закончили. Сейчас перегоняем машину другой стороной. И занимаемся правой стороной. Вот мы всё полируем галакам. Открываем воску и полетели время. Сколько мне? 7 часов 9 вечера уже. Ну, на всю ночь примерно работаем. Ухами гоняют, а вы топчете землю. Now this looks like a job for me. So everybody just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me. So everybody just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. Очень сильно устали, время часа 3 ночи. Это что, завершающее? Да, на воск покрытие, гидрофоб на автомобиль. Ну да, что-то вот это по малярному. Покрываем воском и потом покажу вам результат уже в конце. Заедем на мойку, собьем все вот это, всю пасту. Там уже покажу результат. Распаковка. I can put the ball in the end zone, put the bad bitch in the friend zone. This shit sound like an intro song, give me that tempo. So cool, he'll be with the shit. Итак, дорогие друзья, ролик подошел к концу. Наш сегодняшний полировочный день окончен. Кирюх, тебе спасибо, брат. От души, пацан реально шаристый, занимается всем. Полировка, шмалировка. Что там еще, брат? Чем еще? Нановоска. Нановоск красит машины. И вот тут его инстаграм. Подписывайтесь. Сейчас помою тачку, покажу вам результат, какой был до, какой после. Поэтому спасибо, что досмотрели до конца. Оставайтесь на канале. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будем снимать дальше. Всем пока. We discouraged from sharing my blessings. We used to share a connection. Now it just feels like it's wearing and stretching. I'm getting real sick of taking advice from people that never could stand the reflections. Somewhere in there is a lesson. Y'all ain't evolving, it's very depressing. I'm at the club with the basketball team. Me and the Cardinals are sharing a section. Got a chair as a present. I'm drinking water and wearing protection. Got a career and I'm praying. Руки никак, блядь, пацан. Чё я хотел сказать? Ну ладно, долбоёб. Всё, кайф. Сейчас проверим, ебаный микрофон записал вообще это всё нахуй.